Да, вот. Обмыть надо потом. А на следующем концерте. Ну, я еще раз хочу поблагодарить за такое доверие, я прям вообще, я даже до речи потерял, поэтому очень рад, что ну, так вот мои заслуги оценены, не знаю, я боюсь что-нибудь ляпнуть, поэтому вот я лучше спою. Кузнечик называется. Зелененький, совсем как огуречек, большой такой зеленый самолет. Но все-таки зелененький, совсем как огуречек, большой такой зеленый самолет. А я на нем летаю капитаном, и сразу ясно всем, что мне везет. Мне везет и возит он меня по разным странам, большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Немного мест, где он ни разу не был, работать никогда не устает. Он так же, как и я, почти не может жить без неба, большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. В Бангкоке, в Хургаде и в Барселоне он мощный позитив с собой несет. И люди улыбаются, увидев на перроне большой такой зеленый самолет. Все люди улыбаются, увидев на перроне большой такой зеленый самолет. Друзья, вы приходите к нам в Севен, и вам, конечно, сразу повезет. Вас повезет хоть в Варну, хоть во Францию на Сену, большой такой зеленый самолет. Хоть в Ереван, хоть в Мюнхен, хоть в Венецию, хоть в Вену, вас отвезет зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Спасибо. Ну, счастливого пути. Рад был вас видеть. Приходите еще. Новых песен состоит. Первая. А еще не пел? Нет.
Ну, будет одна тоже. Мне просто как невозможно там объять необъятное, как говорил Козьма Прутков. Но мы попробуем. Насколько хватит. А до неба мне легко достать рукой, дотянуться просто до любого облака, улететь и далеко, и высоко, и вернуться вдруг, и оказаться около, оказаться снова около тебя, и опять смотреть в глаза твои красивые, те глаза, что на меня глядят любя. И бездонно, словно это небо синее, поделись улыбкою своей. Нам уж точно не о чем печалиться, наша жизнь из самых лучших дней до сих пор была и дальше не кончается. Мне, конечно, нужно больше про любовь говорить тебе и звать тебя красавицей. Если хочешь, я возьму тебя с собой в наше небо, и оно тебе понравится. Прогуляемся по белым облакам, а потом еще прокатимся по радуге, и придумать я смогу наверняка что-нибудь такое, чтоб тебя порадовать. Поделись улыбкою своей, нам уж точно не о чем печалиться, наша жизнь из самых лучших дней до сих пор была и дальше не кончается. Поделись улыбкою своей, нам уж точно не о чем печалиться, наша жизнь из самых лучших дней до сих пор была и дальше не кончается. До сих пор была и дальше не кончается. До сих пор была и радость не кончается. Спасибо. Я все так иногда думаю, никто не предъявит вот за эту строчку, поделись улыбку своей. Но пока ничего, пока молчат, заимствование. Следующая песня. Мы 2 года назад, вот в это же время, чуть-чуть попозже, как раз на день авиации, были Аэрофлота, были в Уфе. У нас с Николаем Анисимовым был совместный концерт, и после концерта мы были приглашены на аэродром Перушина. Вот. Ну, это был такой авиационный шок, да, потому что в течение одного дня нас покатали вот на самолетах, на автожирах, потом, значит, полетали мы с Выборгской, парашютистов предлагали и самим тоже попрыгать, но что-то как-то, как этот говорил, что-то я Димон. Ну, на самом деле, да, было такое яркое событие. В песне я употребляю слово «впечатлениев». Я знаю, что это неправильно, но это так, я в шутку маленькую коверку язык. Замечание уже получал, но вот я попробовал переставлять, но не получается по-другому. Ну, я просто говорю, что вы знаете, что я вообще по-русски говорить умею. Послушайте, ведь я вам врать не стану. Я ярких впечатлений давно не получал. И тут вдруг бас Перушина, негаданно, нежданно. Аэродром Перушина, вот это я попал. Да я попал как будто бы в другое измерение, где замыслы и помыслы
все цело заняты мечтой преодоления земного притяжения, а также воплощением указанной мечты. С Николаем нас вначале на саванах покатали. Это маленький, но очень симпатичный самолет. А потом на автожире мы над озером кружили и еще парашютистов Сен-2 бросали. Вот. И было много всякого ужасно интересного. Увидено, услышано, всего не описать. Но яркие события дня зимнего воскресного, пока я в твердой памяти, я буду вспоминать. Не гиперболай, наверное, не параболай не будет. То, что там у них творится, просто даст фантастишист. А создали эту сказку удивительные люди, те, что вместе в этом месте почему-то собрались. Поразили меня просто удивительные люди, те, что вместе в этом месте почему-то собрались. Там люди ненормальные, в хорошем смысле слова. А как еще фанатов авиации назвать? А что для счастья нужно вам? Спросите там любого. Летать, во-первых, скажут вам, а во-вторых, летать. И хоть я с авиацией знаком не понаслышке, и думал, что полетами меня не удивить, но это было здорово, девчонки и мальчишки, аэродром Перушина вам стоит посетить. Я просто всем советую, девчонки и мальчишки, аэродром Перушина вам нужно посетить. Все песни пою, а я вот переживаю все эти события, прямо вот как бы только что было, и поэтому тоже получаю удовольствие от собственных песен. Спасибо. Ну и на самом деле, я говорю, вот, благодаря вот этому моему творчеству, несмотря на то, что я ушел на пенсию, меня все время угощают полетами и на самолетах, на планерах, на тренажерах, и ну, это на самом деле здорово. Вот. И вот как раз на одном концерте весной прошлого года ко мне подошел Владимир Кочкин, как правильно сказать, директор планерного клуба «Решеты», который в Новосибирске находится, ну, около Новосибирска, вот. И пригласил на закрытие чемпионата. У них все время там происходят чемпионаты. Там, то в области, то там, ну нет, на самом деле такого международного масштаба даже. Вот. Ну, здесь тоже, как на аэродроме Перушин, это, в принципе, относится ко всем аэродромам, вот, ко всем людям, которые летают. Вот им только летать нужно, и все. Они с этого дела там никакого не имеют, там, какого-то дохода, они, наоборот, вот, такие деньги у них есть, они вкладывают, и лишь бы летать. Ну, это много так говорю. Мало успею спеть, поэтому уже буду петь больше, а говорить меньше. Песня так называется «Решетка». По области повсюду льет, и только над решетами играет синюю небосу, как будто здесь заштопали. Погодка для летания класс. И коршуны парящие подскажут, где сейчас у нас потоки восходящие. Под облаком найду поток и влево становлюсь вираж.
сбираясь за витком виток, как будто на другой этаж. И отрешившись от проблем, смакую ощущения, знакомого совсем не всем, свободного парения, бесшумного и плавного, меж облаков скольжения, гигантской птицы планера, изящного движения. И сердце радует простор, и петь, конечно, хочется, и не откажет вдруг мотор, и топливо не кончится. Клубники собирание, и дело не до планера, до моего летания, и помыслы твои просты. Пока я был в парении, насобирать успела ты на баночку варенья. Неповторимые какие-то ощущения, потому что буквально недели там 3-4 прошло, и как-то жене говорю: слушай, что-то мне в решёты хочется. Она говорит: а мне что-то тоже. Вот. И это вот мы как-то быстренько организовались и туда приехали. И вторая песня появилась, еще пока еще даже решетка до конца не была дописана, появилась песня «Аура», как раз про эти же решетки. Вот. Надо сказать, что вот эта песня, которую я могу петь вот по кругу много раз, и она мне не надоедает. Это моя самая любимая песня прошлого года издания. Вот. И вот кто-то не сглазит. Любую песню там новую, ну там раз там 200-300 споешь, уже все. Уже она надоела, надо перерыв делать. А вот «Аура» исключение. Приближается суббота снова, хочется в решеты, там летают планеры, там ребята славные, а там такая аура, что хочется кричать «Ура!». Мы отложим все заботы и отправимся в решеты, полетать на планерах с ребятами славными и у вечернего костра. Там ведь тоже аура. Утром выйдешь в чисто поле, там приволье и раздолье, там клубника спелая и коровы смелые, и прямо с раннего утра там повсюду аура. А там такая аура, что хочется кричать «Ура!». Полетаем над землей,
полюбуемся красою. Воскресенье кончится, а выезжать не хочется, но тем не менее пора. До свидания, аура. До свидания, аура. Дискутировали на эту тему, я говорю, вот там такое место, там, как я пел в первой песне, что везде дожди, туда едешь, заливает так, что дворники не всегда справляются назад, а там вот отдельные облачка и всегда хорошая погода. Я говорю, вот, наверное, вот поскольку там такое хорошее место, там собралось столько хороших людей. Она говорит, а может наоборот, потому что там столько хороших людей, там хорошее место. И, кстати, вот 11 февраля у меня будет концерт в Новосибирске, тоже посвященный дню. И эта дата совпадает именно 11 февраля с днем рождения вот этого планерного клуба «Решеты». И мы уже приглашены на этот праздник. Вот я сейчас спою совершенно, что называется, песня не в тему, она... Это не моя песня, я ее услышал, когда учился в 10 классе. Вот. Ну, я ее пою в том варианте, в каком услышал когда-то давно. Я ее написал, как написано в интернете, киевский автор Александр Решетько еще аж в 74 году. Вот. Ну, просто вот она мне нравится. Называется она «Снежная премьера». Сегодня лучше всех мы встречаем первый снег. По словам бюро прогнозов, ровно в 7 приходит поезд. Привезет он первый снег. В зале музыка и смех. Весь торжественный и сонный поезд подойдет к перрону. Из вагона номер 7 незнакомый выйдет парень. Скажет: здравствуй, я снег. Смех и удивление в зале. Значит, снова не узнали. Улыбнется и растает. Но заметят все внезапно: снег на площади вокзальной, на машинах, на деревьях. Зал притих от изумления. Снег на улицах, ресницах, снег на лицах, рукавицах. Арлекин читает прозу, у первого счастья слезы. Все нашли свое призвание, пусто в зале ожидания. День сегодня лучше всех. Не звонить вам просто грех. Я звонил вам, но поверьте, нет давно уже на свете 2 копеечных монет. В зале тихо гаснет свет. День сегодня лучше всех. День сегодня лучше всех. Возвращаясь к небесной тематике, также вот на одном из концертов ко мне подошел
граф новосибирский Наиль Шахмиев, тоже директор, как это, воздухоплаватель. Но мне сказали, что те, кто совершает полет на воздушном шаре, значит, награждают титулом графа. Вот. Но это долгая история, значит, рассказывать не буду. Вот. Ну и вот он, значит, предложил вот, полет на воздушном шаре. Вот. Ну, тут совершенно другие, совершенно незабываемые впечатления. Сейчас я вам их спою. А, ну да, вот, вкратце, да? Там такая корзина. У нас было 4 человека, но ему пятый капитан. Мы когда все это дело распаковали из машины, все так смотрят, и что мы, говорит, сюда вообще влезем? Он говорит, мало того, еще 4 баллона по бокам стоят. Вот. Ну, тем не менее, значит, как ни странно, мы туда поместились. Ну, так. Вступление. Все случилось в лучшем виде, в тесноте, да не в обиде. Поместились мы в корзине, как ни странно, впятером. И огромный шар воздушный поднял в небо наши души. И, конечно, наши души не остались за бортом. Трудно выразить словами, что тогда случилось с нами. Без толчка и без разбега, нереально плавный старт. Шар земной стал удаляться, и на нем все уменьшаться. Этого неба подниматься начал наш аэростат. И поднялись над суетою мы, и поплыли над землею мы. Любовались красотою мы, и захватывало дух. Вот еще не выпасть бы сейчас, ведь под нами метров 1000, и гораздо выше мы сейчас, чем коллега Винни-Пух. После снизились немного и проплыли над дорогой. По березовым верхушкам дальше был проложен путь. И такая красотища понесло нас на мочище. Если кто-нибудь не в курсе, это населенный пункт. Где попало мы не шарили, на воздушном плыли шарим мы. И собою украшали мы окружающий пейзаж, а над мочищем проплывали мы. Всех собак перепугали мы, и нечаянно создали мы на селе ажиотаж. Отовсюду нам махали, отовсюду нам кричали. Нас то в баню приглашали, а то выпить, закусить. Это, в общем, и понятно, очевидно, вероятно. Было каждому приятно нас про шарик расспросить. И на воздушном плыли шарим мы, ничего не нарушали мы, а напротив улучшали мы все, что можно улучшать. И на селе у населения, и народа населению улучшало настроение симпатичное явление. Над землей воздушный шар. От подобных приключений много ярких впечатлений. Потому что шар воздушный, это же вам не самолет. У него и крыльев нету, и поэтому по небу вроде кажется летит он, а приглядишься он плывет. И на воздушном плыли шарим мы, никому не помешали мы. И один вопрос решали мы, как получше улучшать. И на селе у населения улучшалось настроение, потому что это здорово над землей воздушно.
шар и на селе у населения улучшалось настроение, потому что это здорово. Над землей воздушный шар, потому что это здорово. Над землей воздушный шар. Не, ну это правда, ну это ж здорово. Над землей воздушный шар. Спасибо. Всем рекомендую. Как я говорю, этой песней я сразу несколько задач решил. Я поздравил своего товарища с юбилеем и в его лице поблагодарил весь технический состав, благодаря которому мы себя чувствуем спокойно в воздухе. Песня называется «Паша Техника». Паша иногда бывает в этом зале, мне всегда эту песню очень приятно петь, потому что это замечательный человек. Мне жалко, что он не каждый раз в этом зале бывает, потому что все-таки живет в Питере, а не в Москве. На 28 правую нам разрешен заход. Нас вновь встречает Пулково, родной аэропорт. А Павел Романович, техник наш, в кабине задремал. Дневную смену отпахал и с нами ночь летал. Зовут все грустным осликом, шутя, наш самолет. И он порой капризный, сюрпризы выдает. Но Паша техник за простяк найдет причину в чем и быстро сможет сделать так, чтоб стало все путем. Паша пашет, клубится дым, экипажу спокойно с ним. Паша рядом, и в добрый час, и в порядке, всегда матчасть. Влюблен он в авиацию, как в девушку пацан. На Яке 18-м летать умеет сам. И все, за что б ни взялся, он исполнит по уму. В гостиницах и в Пулково, на Кубе и в Крыму. Паша пашет, клубится дым. Всем, кто рядом, спокойно с ним. Паша рядом, и в добрый час, и все в порядке. Всегда у нас. За рулем на стоянку мы сдадим наш самолет, и повезет домой его УАЗик Патриот. Там ждут жена любимая и дымка верный кот. На 28 правую нам разрешен заход. Годы птицы летят, летят. Недавно было 30, а вот уж 50. Годы мчатся, но это ничего, ведь если разобраться, то 50 всего. А Паша пашет, клубится дым. Всем, кто рядом, спокойно с ним. Паша рядом, и в добрый час, и все в порядке. Всегда у нас пам-парам-пам-пар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 ам-
Да, мы, кстати, с Пашей и в Крыму вместе поотдыхали, и вот прошлым летом на Алтай вместе ездили. Вот действительно человек такой вот, там у нас был такой сложный перевал, Катуйрык, и как раз дождь начинался. То есть Паша, как только возникает ситуация, которая требует решения, он очень инициативный, он сразу из машины выскакивает, бежит, смотрит, как там сделать, чтобы лучше было. Потом действительно, пока кто-то другой там еще думает, а Паша уже где-то делает. И главное, что он делает все как надо. Готовы? Нет, не успею.
это... Я тоже был, и я мог, умел, и знал. Я видел сверху горные вершины. И сам когда-то в небо поднимал красивые и гордые машины. Как непривычно это слово был, и я был судов воздушных капитаном. И много лет я в небе просто жил, и был маршрут по самым разным странам. Вот снова гул турбин над головой, и я стою и молча небу внемлю. Приходит день, у каждого он свой, и мы с небес спускаемся на землю. Приходит день, у каждого он свой. Я благодарен небу и судьбе за яркий миг, за свет зари хрустальной, за то, что я сказать могу себе. Я тоже был, и вовсе не печально. Вот снова гул турбин над головой, и я стою и молча небу внемлю. Приходит день, у каждого он свой, и мы с небес спускаемся на землю. Приходит день, у каждого он свой, мы все с небес спускаемся на землю. В феврале не спеть про День Святого Валентина, это было вообще. Да. Ну, смотрите. Она вообще по фону маленькая дальше. Ну, чтобы уже вы не волновались. День Святого Валентина. Утро, грустная картина. На перроне задубевший самолет. Он не хочет запускаться. Есть возможность задолбаться. И уже вспотел дрожать второй пилот. Он не хочет запускаться. Есть возможность задолбаться. И уже вспотел дрожать второй пилот. День Святого Валентина. Вся промерзшая кабина. Минус 30 за бортом и на борту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. Вот ведь вышла незадача, чей-то происк, не иначе, что за гад придумал эту маету. В Нижнем Новгороде, в Горьком, где какие-то там зорьки, замерзает на перроне лайнер ту. В Нижнем Новгороде, в Горьком, где какие-то там зорьки, замерзает на перроне лайнер ту.
на зуб зуб не попадает, организм вовсю страдает, и, похоже, назревает АРВИ. И как-то даже неспортивно в день Святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. Ну, согласитесь, неспортивно в день Святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. От такого охлаждения штурман тоже впал в смятение, и в глазах недоумение, мол, как понять, что в день Святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтоб с кем-нибудь не замерзать. В день Святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтоб алкоголь употреблять. В день Святого Валентина надо женщине мужчину, и мужчине тоже женщина нужна. А я, наверное, не мужчина, ведь в день Святого Валентина нужно мне взлететь и больше не рожна. А я сегодня не мужчина, ведь в день Святого Валентина я взлететь хочу и больше никого. Наконец, с восьмой попытки, разогревшись от избытка непристойных выражений, захотел наш кормилец запуститься и со Стригина проститься, и в Москву на Домодедово взлетел. Наш кормилец запустился, с горьким городом простился, и в Москву на Домодедово взлетел. Когда я домой приеду в понедельник, а не в среду, то жена меня обнимет, и тогда спросит, где ты был, скотина, в день Святого Валентина, и, наверное, не поверит, как всегда. Спасибо. Будет. Ну, еще так. Вот. Я хочу поздравить с днем рождения. В зале есть девушка по имени Женя. Я вот чуть-чуть не забыл, но вот, значит, с днем рождения. У меня специально... Песни к дню рождения нет, так что дальше по плану. Я вам сейчас спою еще одну совершенно новую песню, но она в интернете-то была. Вот, она такая возрастная песня. Вот. Называется она «Антиновогодняя». И вот, допустим, еще там лет 10 назад я бы, наверное, ее не придумал. А тут вот с возрастом уже как-то по-другому немножко смотришь на некоторые события. Давай сегодня ляжем раньше. Давай не будем Новый год встречать. Он не заблудится, он сам придет. Без всякой нашей встречи Новый год. А мы проснемся завтра в январе, и по листочку на календаре мы догадаемся, что он пришел и без труда дорогу сам нашел. Поздно, давай ложиться спать уже поздно. Зачем смотреть, зевая, как звезды? Всю ночь с экрана что-то поют, а я не пью и не ую в душе от этого, а может быть, просто поздно. Все-таки он не придет, без нашей встречи этот Новый год, и мы не сможем на год постареть, застынем словно мухи в янтаре. Классно жить не старее, это же классно, и это
это всем и каждому ясно. Зачем тогда встречать Новый год? Пусть он пройдет и не придет, и будет всем и каждому от этого классно. Давай ложиться спать уже поздно. Классно. Спасибо. Вчера пил автобиографию, я начинал по северам советской географии, нефтеюганской стрижевой. Узнали брата нашего на дым и новый Уренгой. Ноябрьский Колпашево, Абские берега, болота и тайга кругом. Как кони-комары, ну точно не Атлантика. Зимой сугробы в рост, под 45 мороз потом. Не сможешь позабыть суровую романтику. А кажется, не так давно мы только начинали жить, гордились тем, что нам дано простор небесный бороздить. И лучше синей формы той и Богу в мире не было. И гул турбин, и рев винтов опять манили небо нас. Кипело и цвело, а впереди вся жизнь была. Хотелось и моглось с девчонками и песнями. Казалось, не спеша, вода в реке оби текла. Казалось, в 25 так далеко до пенсии. И были запахи острей, и ярче были краски там, а выше, дальше и быстрей летать лишь предстояло нам. И временем не дорожил, дней не считал беспечный я. Но кто же знал, что эта жизнь такая быстротечная. Конфетном фантике
и сладкий дым печеной, и ледоход весной потом. Не сможешь позабыть сибирскую романтику. Спасибо. Одна насекомая муха любила по небу летать. Ей в голову не приходило рабочее время считать. Ей в голову не приходило полетное время считать. Инструкции она не читала и летных законов не чла. Летала себе как попало, свободной птицей была. Летала себе как попало и вольной птицей была. Не шли на нее расшифровки, никто на нее не гундел. И бывший и главный начальник Марковкин претензиев к ней не имел. И главный начальник Марковкин претензиев к ней не имел. Не ждали ее на разборах, учебах и тех, и других. И главное, на тренажерах никто и не парил мозги. Короче, не жизнь, а малина. Короче, летай не хочу. И лишь об одном сожалела, что Лэка-то не было там. И шансов она не имела вообще никаких. Списаться никак по ушам. Спасибо. Подавай, подавай. Я заглянул в ее глаза, в ее глазах была гроза. Весенний ливень, колокольчик полевой. И ветер мне шепнул листвой, на свете нет другой такой. И береги ее и сердцем, и рукой. И сердцем, и рукой. Она смеялась надо мной своей улыбкой озорной. Не говорила мне в ответ ни да ни нет. А ветер вновь шептал ей вслед: другой такой на свете нет. Ты не отыщешь даже через тысячу лет. Даже через тысячу лет. А мне не впрок, и не вдомек, и не хранил, и не берег. И оказалось так нетрудно потерять. И ветер тихо прошептал: ну что ж ты так не удержал. Я промолчал, а что сказать, ну что сказать. И я найти ее опять хочу и больше не терять. От любви, как от себя, не убежишь. В году любом, в краю любом, так много песен про любовь. Все потому, что про любовь вся наша жизнь. В году любом, в краю любом, так много песен про любовь. Да потому, что про любовь вся наша жизнь. Спасибо.
я вот эту песню уже сегодня репетировал, подумал, что у меня есть песни с этим с художественным свистом, где я посвистаю. Тут у меня песня с художественным мычанием. Широким шумным улицам его. На меня здесь абсолютно всем плевать, да и мне от них не нужно ничего. Бесконечными потоками машин он гудит, как будто здесь пчелиный рой. И на фоне ослепительных вершин, как гигантский муравейник под горой. А Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. Отчего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Бабу-Руслан. 20 весен пролетело с той поры, но глаза закрою, снова вижу я городок, который звали мы Бугры, полевой аэродром и первый я. И первый мой ознакомительный полет с парашютом два прыжка и первый сам. Кто бы знал, что полетать мне повезет по таким международным адресам. А Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. Отчего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Бабу-Руслан. Как в Кинеле не спеша течет вода, так и годы шли своею чередой. У девчонок, с кем гуляли мы тогда, нынче дочки с танцев не спешат домой. 20 весен пролетело, 20 лет, довелось мне повидать немало стран. А сегодня из Ирана шлю привет, может, помнишь ты меня, Бабу-Руслан. А Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. Отчего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Бабу-Руслан. Вспоминаю всегда Бабу-Руслан. Вспоминаю тебя, Бабу-Руслан. Спасибо. Ярамасова. Я соскучился по мартовским ручьям, по сосулькам и по лужам во дворе, по ожившим тут и там после стужи воробьям и по заморозкам легким на заре. Я соскучился по запахам весны, по неровному дыханию ее, по проталинам лесным и улыбкам озорным, что волнуют воображение мое. Первая весна растаяла, память о себе оставила и напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталиной. Не пацан уже, хотя и не старик, в бесконечном этом замкнутом кругу
Я от многого устал и ко многому привык, только к Марго привыкнуть не могу. Не могу привыкнуть к мыслям я шальным, к непонятной развороченности чувств, переменчивым таким настроением моим. Не могу привыкнуть, да и не хочу, снова снега почерневшего тепло, равнодушие куда-то унесет и напомнит мне о том, что давно уже прошло, и подскажет, что прошло еще не все. Первая весна растаяла, память о себе оставила и напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталиной. Первая весна растаяла, память о себе оставила и напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталиной. И напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталиной. Спасибо. Ну, я смотрю, в общем, люди же потихонечку начинают уходить, поэтому это верный признак того, что пора заканчивать. Вот. На самом деле у нас очень, как всегда, теплый вечер получился. Я всегда так вот приятно удивляюсь, что столько народу приходит. Вот. И, у меня есть такое предложение. Давайте сделаем это традицией, да? В следующий раз, 22 апреля, давайте, чтобы вас было не меньше, да? Вот. Я эту песню уже пел. Вот. Не, ребят, на самом деле, есть вот такое нормальное... Я и так в концертах маленько перебираю, да? То есть надо чуть-чуть раньше заканчивать, потому что все равно люди устают. Там, хотят, они устают. Ну, я, кстати, тоже устаю. Вот. Невозможно спеть все, что хочется, даже мне самому. Поэтому мы вот сейчас уже потихонечку будем заканчивать. Я все-таки хочу еще одну песню спеть. «Маленькие русские селения», да, потому что она мне нравится, она такая красивая песня. Не надо? А потом уже это самое, потом будет финальная песня. А? Нет, все. Рыжая до пояса трава, мелкий вересняк среди покосов, в огородах жалкая ботва, черная от утренних морозов. За ними горбятся дома у свинцовых волн под небом мрачным. Скоро-скоро станет тут зима. Щели пухом забивать гагачьим. Стихом встретил потемневшие избушки. Мой Андуай вновь качнул крылом, и опять на луг аэродром вышли деревенские старушки. Увязали накрепко в кульки гостинец, рыбу да морожку. Машут самолету, сняв платки, крестят пассажиров на дорожку.
злость, наверное, не поймет. Сколько в этих проводах печали, расстаются с внуками на год, а в глазах вопрос, не навсегда ли. Пью с янтарной ягодою чай, что мезенским солнцем обогрето. Ошибка, не скучай, прилетим на будущее лето. Вот и стали ночи посветлей, звезд высоких радостней горение. Защити, спаси, звезда полей, маленькие русские селения. Защити, спаси, звезда полей, маленькие русские селения. Песня на стихи Ильи Иконникова. Человек работает директором посадочной площадки в аэропорту Лопшинга. Это на Белом море, на севере. Вот. Замечательные стихи. Сразу, как прочитал, сразу взял гитару и спел. Вот. Ну и вот уже даже мои пальцы мне говорят, что все, парень, пора заканчивать. И соответственно, песня для прощания будет «Давайте будем счастливы». Саш, поставь, пожалуйста. Разольется, как вода.
будем счастливы всегда. Еще раз огромное спасибо за то, что вы пришли. Я надеюсь, что это не последний раз. Мне бы столько энергии положительной я получаю на этих концертах. Вам очень благодарен. Приходите еще. Ну, еще раз напоминаю, что 23 февраля концерт Николая Анисимова. Кто не знает еще, попробуйте, придите, не пожалеете, что было. Всего доброго вам. Спасибо.